Привет, привет! Всем привет! Сегодня я вам хочу рассказать про свои ботинки Dr. Martens. Я давно уже их показывала всем много раз. И как-то мне задавали очень много вопросов по поводу самых первых, когда я купила. И какое же на самом деле качество этих ботинок? Можно ли им верить, что они правда очень качественные? И вот их носят просто годами. И какие же у меня есть в общем в моей коллекции ботинки? Так вот, раз спрашивают много о качестве, я вам хочу показать вот эту пару. Вот так они выглядят. Этим ботинкам, сейчас я вам скажу точно, наверное, где-то около 17 лет. Вот. Это моя первая пара ботинок Dr. Martens. И до сих пор я их ношу. Кстати, это единственная, опять же, пара, которая сделана именно в Англии, а не где-нибудь в Китае, в Тайване или где-нибудь в Индонезии. Вот, первая моя пара. Вот можно посмотреть у нее, видите, как стоптан каблук. Вот здесь как она выглядит. Подошва, кстати, посмотрите, до сих пор она абсолютно не гладкая, она не скользит, можно продолжать в них ходить. И я в них до сих пор хожу. Сейчас они уже стали как тапочки, я их не завязываю, ничего, прямо так одеваю и хожу. И просто это самые мои любимые ботинки за эти вот последние года, что они у меня есть. Вот за все время их существования у меня это мои любимые ботинки. И они просто... Многие удивляются, спрашивают, как это, но это самая удобная обувь, которая у меня когда-либо в жизни была. Это именно ботинки Dr. Martens. Не эти именно, а вообще. Все, которые у меня есть, это просто замечательная вещь. Значит, вот так они выглядят. Вот. Дальше, следующая пара, которая у меня появилась, когда пошло такое возрождение этих ботинок, это вот эти вот черные. Я их купила, если я не ошибаюсь, во Франции, потому что... Не потому что в Израиле их нет, а потому что в Израиле не очень умеют хранить обувь вот с этими литыми подошвами, потому что на лето ее перекладывают на хранение в контейнер, а в контейнере ужасная жара, которая плавит все. И даже вот этот материал, который, видите, с годами, он, хранясь у меня в шкафу, он не растрескался, ничего с ним не случилось. Но при той колоссальной жаре, которая получается в контейнере, были случаи у нас, когда такие подошвы портились, поэтому в Израиле я предпочитаю это не покупать. Вот. Тем более, когда это не было на пике моды. Вот так они выглядят. Эти, кстати, все достаточно новые, поэтому про их историю я рассказывать ничего такого особого не могу. Эти сделаны, по-моему, если я не ошибаюсь, в Китае. Это, кстати, модель, это не женская модель, это такой юнисекс, женская, не мужская. Немножечко они погрубее, чем женские, ну, так, только специалисты могут отличить, что это юнисекс, а не женская или мужская модель. Вот такие ботиночки. К ним идут всегда черные шнурки и обязательно прилагаются желтые, вот так. Это уже я купила отдельно, мне кажется, очень оригинально. Дальше, следующая пара, которая у меня появилась тоже достаточно недавно, это уже как экстра пара, это вот эти желтые лакированные, которые, я думаю, все видели уже на Инстаграм и в моем модном блоге. Кто еще не видел, я ссылки оставлю внизу, зайдите, посмотрите. Там куча вариаций нарядов с этими ботинками. И посмотрите, как я их одеваю, с чем. Вот такие, эти я купила, если я не ошибаюсь. Да, это я купила в Германии. Вот так они выглядят. Стоят они все примерно около от 600 до 700 шекелей, если переводить это в шекели. И в Европе, и у нас. Поэтому в цене разница абсолютно небольшая, но я доверяю больше вещам, купленным в Европе, потому что, как я сказала, у нас есть небольшие проблемы с хранением. Вот такая желтая лакированная пара. Кстати, я хотела сначала купить такие красные, но потом, когда... Мама обратила мое внимание на желтый, я поняла, что красные смотрятся слишком просто, вульгарно, немножечко банально. Я решила, что желтые будут намного просто круче и великолепнее, чем красные. Просто так оно есть, оно даже не сравнится одно с другим. Желтые смотрятся намного более, не знаю, изысканно, наверное, необычно, чем красные лакированные. И дальше последняя пара. Это уже пара из Израиля. Почему я купила их в Израиле? Потому что их только-только завезли.
Я знаю магазин, куда их завезли, я знаю, что раньше он этим не торговал, я знаю, что это он сам завез, и что они не хранились в Израиле в контейнере, и не было у нас еще лета, потому что мода вот только на них в Израиле вернулась, и вот сейчас бум начался, все начали их завозить. Вот, это мне подарили на Новый год свекры, я предполагаю, что там была определенная коллаборация с моим мужем, потому что стоят они очень-очень недешево. Вот такой вот замечательный сюрприз. Я очень хотела такие именно белые. Не знаю почему. Вот я их увидела в магазине, я поняла, что это что-то особенное, я должна их иметь. Просто, не знаю, как-то вот так у меня совпало. И правда, я их одеваю с абсолютно разными нарядами. И просто привлекают они очень много внимания и выглядят, на мой взгляд, очень-очень даже интересно и хорошо. Вот. Сделаны они в Таиланде. Вот. Но опять же, прошлые в Китае, эти в Таиланде. Я думаю, что найти такие, которые сделаны в Англии, будет очень тяжело, если вообще еще такие существуют. Наверняка существуют, я видела на их сайте, у них иногда выскакивает такое, что ну, вот эта типа пара, она сделана именно в Англии. Она там немножечко дороже, немножечко то, немножечко все. Не знаю, я никакой разницы не вижу, я доверяю этой фирме. И как вы видите, правда, судя по этим, их носить можно очень-очень много лет, и ничего с ними не происходит. Ну, конечно, они снашиваются, но они абсолютно не разваливаются. Вот можно даже посмотрите все их швы, и все-все на месте, ничего нигде не отошло. Мама моя, кстати, их не очень любит носить. Она говорит, что ей они тяжелые и неудобные, у нее вот в эти швы затекает вода. Ну, не знаю, у меня не затекает. Может быть, я не хожу под такими дождями, как ходит моя мама. Потому что она больше ходит по улице, чем я, в плохую погоду. Но вот сюда вот ничего не затекает, это 100%. До сих пор здесь все герметично и абсолютно замечательно. Поэтому, если вы хотите такую пару обуви, которая прослужит вам много-много лет и будет на любой случай жизни, я в них очень много езжу за границу, очень много путешествую. И поэтому я их даже вот эти, у меня немножечко они больше, и у меня туда вкладывается стелька. И вытаскивается, чтобы я могла, допустим, если я еду в Европу, положить туда более теплую стельку или одеть еще один носок. А когда я здесь, я просто вкладываю ортопедическую стельку, которая делает мне немножечко их меньше. Я в них замечательно хожу и здесь. Поэтому для меня это абсолютно любимая универсальная обувь. Я ношу ее абсолютно-абсолютно со всем. И с платьями, и с юбками, и с джинсами, и с брюками. Я думаю, что вы это уже видели. Вот такая у меня коллекция моих любимых ботиночек. Большое спасибо всем за просмотр. Не забывайте ставить мне лайки, подписываться на мой канал, искать меня в Одноклассниках, ВКонтакте, Твиттер, Тамблер, Инстаграм. Это лайк мой пес, конечно же, как всегда. Почему бы не полаять? Все это Ксения ТВ. Заходите на мой модный блог, посмотрите фотографии разных нарядов с этими ботинками. Думаю, вам будет интересно. Ссылочки все я оставлю внизу под этим видео. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.